Строительная ассоциация предлагает передать в частную среду допуск на рынок строительных компаний. Эту норму член организации предлагает осуществить в рамках закона о саморегулировании. По мнению специалистов, это позволит повысить качество строительных работ путем солидарной ответственности компаний. Напомню, законодательный документ принят в целях реализации плана нации 100 конкретных шагов. Он определяет основы саморегулирования субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности. На рынок допускает государство. Вот эта функция, допустим, в Российской Федерации 5 лет назад передана в саму бизнес-среду. То есть там саморегулирование полностью работает. И теперь профессиональное сообщество, создавая саморегулируемую организацию, оно само определяет на профессиональном уровне, соответствует ли данный подрядчик тем квалификационным требованиям и можно ли его допускать на рынок.